Роман Семенченко зараз з нами на зв'язку телефоном. Я вас вітаю. Доброго дня. Пане Семене, ви голосували за проект закону про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями. Чому голосували за? В январі 2015 года, после первой блокады торговли с оккупантами, когда отпустили 117 наших пленных, были заблокированы конвои Ахметова, мы внесли с Егором Соболевым проект нашего закона про тимчасово оккупованные территории, который предполагал и прекращение каких-либо разговоров о выборах, об амнистиях, запрет торговли временную, ну, прописывал четко пошагово порядок деоккупации, и это действительно называлась страна России агрессором, Крым был вместе с Донбассом в одном законе. И это действительно был ну, основой государственной политики, как мы это видели. Однако за три года этот закон так и не был проголосован, а в 2017 году он был провален Верховной Радой. Поэтому, когда мы увидели закон с тем же названием, мы поняли, что там есть только два шага, которые очень нужны стране. Это Россия называется агрессором законодательно и территория оккупованными. Все остальное – это куча война, которую туда понапихали. Однако, я так понимаю, что понапихали туда его, чтобы не голосовали и наша фракция, и еще ряд фракций за этот законопроект. Президенту он не особо нужен, поэтому так и затягивалось его внесение в Верховную Раду. Сейчас мы видим, якобы заблокировали подписание этого закона. Сейчас мы видим, Россия категорически резко высказалась против этого закона. По-моему, это закон трусливый, запоздалый, куча всякого лайна, но два шага, которые в нем прописаны, именно за них мы голосовали, они очень нужны. Они начинают пояснять мировому сообществу уже законодательно, что Минск – это не требование Украины, это требование президента, не поддержанное парламентом. Он начинает объяснять, что Россия – это агрессор и что территории оккупованы. Это начало выхода из разговора за минский формат. Мы будем, естественно, все наши правки, которые были отклонены, собирать в единый законопроект и опять носить Верховную Раду. Визнано Росію країною агресором, визнано окупацію, але попри це, наприклад, не розірвано договір про співпрацю і дружбу досі з Російською Федерацією. Попри це, продовжуються закупівлі вугілля з Російської Федерації. І ба більше, навіть пан Коболєв нещодавно заявив, що розглядають питання закупівлі газу знову з Російської Федерації. Це нормальна історія, як ви думаєте? І цей закон, зважаючи на те, про що я сказала, взагалі якесь має тоді значення? Я голосував за прекращення договору у торгові, о співпраці з Російською Федерацією, дружби, тому що дружба є тільки у багатіших олігархів українських, які на цьому наживаються. Все остальное народ видит, что погибают сыны семей, которые отправляют людей на фронт защищать Украину. Я голосовал за то, чтобы признать ЛНР, ДНР террористическими организациями. Я массу за что там голосовал и считаю, что у этого есть позитив. Люди теперь могут взять списки депутатов, которые считают, что нам нужно дружить с Россией, и просто понимать, что это списки агентов Кремля, реальных, а не фейковых. Я считаю, что выход только один. Мы толкаем сейчас страну вперед, общество толкает, но пока будут у власти вся эта мразь, естественно, никуда, но дальше такими же шагами и будут двигаться. Поэтому необходимо этих людей от власти отстранять и передавать эту власть тем людям, которые Украина не пустой звук, которые за нее воюют, которые за нее болеют, они просто на ней обогащаются.